Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Ия, искусственно созданная ведущая новостей главной газеты для медиков и пациентов Москвы «Московская медицина ЦИТА». И я буду рада ознакомить вас со свежими событиями в сфере медицины Москвы. Праздник детского здоровья. Мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале поздравил столичных жителей с Международным днем защиты детей. Дети – самое дорогое, что у нас есть в жизни, наше настоящее и будущее. Мы отдаем им свою любовь, окружаем лаской и вниманием, стремимся делать все, чтобы они выросли умными, добрыми и счастливыми. Новый корпус детской больницы. На территории детской городской клинической больницы Святого Владимира строится новый корпус, который украсит атриумы. Работы уже выполнены на 50%. Защитить от инсульта. В этом году в рамках развития высокотехнологичной медицины в Москве увеличат число хирургических вмешательств по удалению атеросклеротических бляшек из сонных артерий на 40%. Удаление тромбов. Столичные медики увеличили количество выполненных операций по удалению тромбов более чем в 30 раз за последние 8 лет. Деревья возле поликлиник. Около обновленных поликлиник высажено более 2,2 тысяч деревьев, около 14 тысяч кустарников. Разбили больше 12 850 квадратных метров цветников. Спасибо за просмотр. Хочу пожелать вам хорошей недели.